широкое поле, светит луна и падает снег. Счастьем и болью связан с тобою, нет, не забыть тебя сердцу вовек. Русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля. Дорожка деревенская пошла. Вот эти дорог боятся иностранные туристы. Ну, здесь отчизна моя, и скажу не тая. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Сейчас мы сделаем сюрприз моей маме, у нее сегодня день рождения. Она не знает, что я вообще приехал в Россию, и не знает, что я здесь. Сюрприз, сюрприз, да здравствует сюрприз. А что мы хотели там зайти? С днём рождения! С днём рождения, мам! С днём рождения! Здравствуйте! Вот такой вот сюрприз! Спасибо! Что, не ожидала? Вот тебе подарочек! Приехал! Когда вы приехали, я не поняла! Вчера! Вчера? Сегодня они на машине едут с Нью-Йорка! Russians like to grow their own food, just like hipsters in New York. Except for we've been doing this since the dawn of time. A little garden in the back of your house, and you grow all your own stuff. The birch tree. Obligatory Russian tree. This is awesome. Most city dwellers have a small or a big country house. We call this house dacha. While the whole world is going crazy over the soccer matches, good half of host city's dwellers fled to their dachas to avoid all of it. And a little birdie even told me that some of them, especially middle-aged people, end up expected real mess. This is gonna be looting, fights, and drugs, and rock and roll, and even raping. Poor old souls. I'm so happy the World Cup proved them wrong, for the most part. Перевод всего вышесказанного можно уложить в небезызвестный стишок «Порошок», слегка видоизмененный. Пока у вас чемпионата буря, волнами бухает о борт, у нас на даче баня, пиво и торт. Пивка стоим. Слушайте, повинуюсь. У кого нож и рыбу, тот хозяин. Ты откуда пришел, мясник? Пойдем, покажу, как рыбку чистить. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна. Нет, после такого гужбана, конечно, встали мы поздно на следующий день и выехали тоже поздно. Поэтому Марина дулась на меня всю дорогу до Нижнего Новгорода, не разговаривала вообще. Просто человек молчал. Как поездка? Полет проходит отлично. Мы на полпути к Нижнему Новгороду. Продолжение приключений Чеги и Вандер в следующем эпизоде.